привет. Сегодня у нас расклад «Будущее ваших отношений». И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, паранормальные явления, паш мечей и восьмерка жезлов. Ну смотри, паранормальные явления — это дополнительная карта, и она сразу вот нам, как говорится, задает тон. И она говорит о том, что вот в ваших отношениях присутствует вот что-то такое загадочное, да, почти мистическое. И это, знаешь, вот это не просто там какие-то стандартные эмоции у вас, это глубокая вот необъяснимая связь, которая вас связывает. Сначала может казаться, что все это там просто любопытство, да, желание узнать друг друга лучше. Но на самом деле за этим кроется вот что-то такое большое. И твоя интуиция уже давно подсказывает тебе, что вот между вами не просто там обычные чувства, да, что-то влечет вас друг к другу на более глубоком уровне. И эта карта, она как раз говорит о том, что ваши души как будто давно знакомы, да, и теперь вы снова встретились, чтобы вот продолжить свой путь вместе. Он, скорее всего, тоже чувствует это, но боится признаться там даже себе. Он видит в тебе не просто человек, да, вот что-то большее, как будто вот ты открываешь для него, вот как сказать, дверь в новый мир, где вот полно загадок, открытий и так далее. Это притяжение между вами, оно не поддается логике, и он не всегда понимает, как с ним справляться. Но это точно нельзя игнорировать. И в ближайшем будущем в ваших отношениях начнется такой период, когда многое покажется там странным, необъяснимым. Возможно, ты вот будешь замечать там необычные совпадения, знаки или события, которые как бы подтолкнут вас к тому, чтобы вы оба поняли, что ваша встреча — это не случайность. И, конечно же, вас будет по этой карте окружать таинственная атмосфера, которая только усилит ваши чувства. Ну, дальше у нас паш мечей, и он говорит о том, что в ваших отношениях настанет время откровенных разговоров. Но знаешь, это будут не просто там какие-то милые беседы о жизни, да, это будут серьезные, глубокие такие разговоры, где вы оба сможете выразить свои истинные мысли, свои чувства. И паш мечей, он всегда стремится к правде. Он не боится вот этих острых углов, да, там, сложных тем. И ты узнаешь о нем много нового. И не все это будет легким. Он откроется тебе так, вот как никогда не открывался никому. Но, знаешь, тут важно понять, он может быть резким или даже немного колючим в своих словах, потому что не привык к такому уровню честности и уязвимости. Это, знаешь, вот это его способ защитить себя. Но за этими словами кроется вот желание быть настоящим, да, искренним с тобой. Ну, а ты, в свою очередь, тоже будешь задавать много вопросов. Тебе станет интересно вот узнать, что у него на душе, как он ваши отношения видит, что он вообще чувствует к тебе. И эти разговоры, они могут быть напряженными, но они будут необходимы для того, чтобы вы оба поняли, вот, куда вы дальше движетесь. Будет очень много искренности, может быть, даже слез, да, но именно через такие моменты рождается вот истинная близость. Вы оба будете вот ставить друг другу такие вопросы, которые раньше боялись озвучить. И это поможет вам обоим лучше понять себя, да, лучше понять, что вас вообще впереди ждет. По восьмерке жезлов, ну смотри, после того, вот как вы разберетесь в своих чувствах, да, откроетесь друг другу, то события начнут
развиваться очень быстро. Ваша жизнь, она, знаешь, вот будто бы ускорится. Все то, что было раньше под вопросом, теперь вот станет ясно. И вы оба вот поймете, что вам нужно делать. Ваши отношения, они начнут набирать обороты. Возможно, ты даже не будешь успевать за тем, вот как стремительно все будет происходить. Он сделает важные шаги, там, предложит перейти на новый уровень, да? Может быть, вы там решите вместе жить или там начать планировать будущее, там, свадьбу и так далее. Все произойдет вот так быстро, что ты даже не успеешь оглянуться. Ну, восьмерка жезлов – это про стремительный прогресс. И, соответственно, время раздумий, сомнений, вот это все останется позади. Он больше не будет там прятаться за словами, за осторожностью. Ваши чувства, они начнут двигаться в одном направлении. И вот этот процесс, он будет радостным, наполнен новыми планами, перспективами, там, совместными какими-то решениями. Ну, будут, конечно, моменты, когда вам придется приспосабливаться к новому ритму жизни. Возможно, появятся там неожиданные поездки, да, неожиданные предложения, связанные с работой или переездом. Но самое главное, вы будете чувствовать, вот, что наконец-то все кусочки пазла, они начали складываться в единую картину. И в вашей жизни, соответственно, начнется новый этап, где... Вот вы оба будете действовать вместе, вот с полной уверенностью там, в своих чувствах, в своих намерениях и так далее. Ваша история – это, знаешь, вот что-то такое большее, чем просто отношения. Между вами вот есть глубокая духовная связь, которую сложно объяснить словами. Ну, я, во всяком случае, слова подобрать не могу. В голове вот это вертится, а сказать не могу. Это, знаешь, вот что-то такое мистическое и загадочное, вот что подтолкнет вас к откровенности и действиям. Вы оба начнете открываться друг другу на новом уровне, обсуждая то, что вот долгое время оставалось за кадром. Время сомнений пройдет, и вы вот как два корабля, да, наконец-то поплывете в одном направлении. И все начнет происходить быстро. Ваши решения, там, шаги навстречу друг другу, общие планы на будущее и так далее и тому подобное. И вы почувствуете, что именно так и должно быть. И этот путь, он легким вообще не будет. Но он будет наполнен смыслом, понимаешь, новыми открытиями. И вместе вы сможете преодолеть вот эти все трудности, потому что ваша связь — это что-то такое большее, чем просто там физическое или эмоциональное притяжение. Это вот, знаешь, то, что вот объединяет вас на более глубоком уровне. Поэтому, если ты готова к этому путешествию, то сразу скажу, оно будет насыщенным, эмоциональным и, самое главное, честным. Все начнется с таинственных знаков, а закончится на ясных действиях и стремлении двигаться вперед. Впереди много интересного и, как говорится, в добрый путь. Ну, подписывайся на канал, обязательно оставь обратную связь, и давайте перейдем ко второму варианту. Так, колесо фортуны, королева мечей и влюбленные. Влюбленные у нас написано ультиматум. Ну, раз написано, значит, будем так и читать. Смотри, колесо фортуны, оно говорит о том, что ваши отношения сейчас вот проходят через определенный этап перемен. Ну, колесо крутится, да, и жизнь как будто вот набирает новые обороты. Что-то вот, что казалось стабильным, неожиданно меняется. Но это не значит, что вот перемены будут плохими, да. Колесо фортуны, оно всегда приносит неожиданные повороты, которые вот могут... как поднять, да, на новый уровень, так и заставить пересмотреть многое. И в ближайшее время ты заметишь, что жизнь вот сама начинает управлять вашими отношениями.
событий, которые вот казались, то, что они под контролем, да, они вдруг пойдут своим чередом. Это могут быть внешние обстоятельства, да, работа, какие-то личные события или просто внутренние изменения у вас обоих. Но важно понять одно. Колесо фортуны – это карта судьбы. Все, что произойдет, оно будет вас вести туда, где вы должны быть. Вот это самое главное. Может показаться, что ты вот теряешь контроль над тем, что происходит. И это нормально, потому что колесо не спрашивает разрешения, оно просто крутится. Вам обоим придется вот принять, что некоторые вещи вы не сможете изменить. Например, вот вдруг начнет казаться, что вы отдаляетесь друг от друга, да, там из-за разных обстоятельств. Но колесо подскажет, эти перемены нужны, чтобы вот понять, насколько вы важны друг для друга. И ты можешь начать вот так ощущать, что ваши отношения идут в новом направлении. И это может вызывать как радость, так и неуверенность. Но помни одно. Колесо фортуны, оно всегда ведет к переменам, которые нужны для роста. И это неизбежно. Тут ничего не поменяешь. Главное, это вот принять их с открытым сердцем, да и понять, что не все зависит только от вас двоих. Королева мечей, и она показывает, что в определенный момент ты начнешь охладевать к нему. Ты почувствуешь, что вот в твоей душе все меняется. Возможно, это будет связано с тем, что ты перестанешь ощущать вот эту эмоциональную теплоту и поддержку, которую вот хотел бы получать от него. Ты начнешь больше анализировать ваши отношения, становясь вот более рассудительной, более холодной в своих решениях. Королева мечей — это ты. Вот когда ты становишься более независимой и смотришь на ваши отношения там с точки зрения логики, а не чувств. Ты знаешь, вот ты перестанешь закрывать глаза на его там недостатки, начнешь требовать ясности, честности. Возможно, его поступки или слова заставят тебя задуматься, да, подходит ли он тебе там на самом деле или нет. И ты будешь задавать себе вопросы, что я на самом деле чувствую, стоит ли там продолжать эти отношения и так далее и тому подобное. И эта холодность твоя, это не будет признаком равнодушия, это будет скорее, знаешь, вот защитный механизм. Ты пытаешься понять, как вам обоим двигаться дальше, но твоя эмоциональная дистанция, она может испугать его. Ты будешь казаться ему вот холодной, далекой, да, и он не может, он может не понять, что происходит на самом деле. Он будет задавать тебе вопросы, почему ты там изменилась, почему ты стала там более холодной, да, но ты вот будешь все больше погружаться в свои мысли и вот искать ответы внутри себя. И по этой карте ты станешь более требовательный. Может быть, тебе захочется от него там больше ответственности, да, больше ясности, больше серьезности в действиях. И если он не будет к этому готов, то ты будешь ставить перед ним условия, соответственно, которые могут показаться ему слишком жесткими. Но это будет твой способ защитить себя от разочарований. Ты вот больше не захочешь играть там в игры или терпеть какую-то неопределенность. Ну и потом появится влюбленный, да, которая говорит о том, что вот в определенный момент тебе придется вот поставить перед ним ультиматум, да, который станет вот точкой невозврата. Ты будешь требовать от него определенности, требовать от него ясного ответа, что он хочет вот от этих отношений, да и готов ли он вообще идти дальше. И ты не захочешь больше ждать или там гадать, и тебе придется сказать ему прямо, да, или ты решаешься, или нам нужно закончить это прямо здесь. Это будет момент истины, когда ты вот не сможешь больше терпеть неопределенность. Ты захочешь четкого ответа и конкретных действий. И это будет твой способ вернуть себе контроль над ситуацией.
Ну и этот ультиматум, он может показаться ему резким, но он нужен тебе, потому что важно понять, готов ли он двигаться с тобой дальше или нет. Ты уже вот не будешь довольствоваться полумерами или там ожиданиями. Твои чувства к нему, они изменятся. И ты поймешь, что больше не готова ждать, пока он там созреет или решится на что-то. И, соответственно, он окажется перед выбором. Либо идти навстречу твоим требованиям, да, либо признать, что он не готов. И этот момент, он будет сложным для вас обоих, потому что ультиматум всегда несет за собой риск разрыва, как ни крути. Но это будет необходимо для того, чтобы расставить все точки над «и». Будущее в итоге ваших отношений, оно обещает быть, ну, непростым. Колесо фортуны заставит вас обоих пройти через перемены, да, которые вот невозможно контролировать. Ты потом начнешь охладевать к нему, анализируя и взвешивая его шаг каждый. То есть думая вот о том, что дальше и так далее. И в конечном итоге ты вынудишь его сделать выбор, да, поставив перед ним ультиматум. Тебе придется пройти через такие моменты, когда ты будешь сомневаться в том, что чувствуешь, да, задаваться вопросами о том, что на самом деле ты хочешь от этих отношений. И твоя вот сила, она будет заключаться в том, чтобы не бояться потребовать от него ясности. Эти изменения, они будут болезненными. Как ты ни крути, но будут. Потому что они неизбежны. Ты должна будешь выбрать, вот, продолжать идти по этому пути с ним или найти, как говорится, новое направление, если он не готов принять твою серьезность и требования. Но, знаешь, вот в любом случае твоя мудрость, твой внутренний голос, они помогут тебе вот принять правильное решение. Ты не бойся перемен, потому что будешь ты знать, что вот каждый поворот судьбы, он тебя к лучшему ведет. Да и дед, как говорится, с тобой рядом. Поэтому вот так вот. Обязательно подпишись на канал, если ты не подписана. И вот 100% оставь, пожалуйста, комментарий. Я же старался. Ну а мы с вами переходим к третьему варианту. Жезлов, рыцарь жезлов и рыцарь пентаклей. Ну смотри, жезлов — это энергия новизны, да, любопытство, желание исследовать мир. И это говорит о том, что вот впереди вас ждет новый этап, наполненный вдохновлением, да, стремлением к чему-то большему. Ты или он, а скорее всего оба, да, будете чувствовать, что вот в ваших отношениях появляется новый импульс, да, свежий ветер, так скажем. Жезлов, он про интерес и готовность пробовать что-то новое. И у вас появится желание вместе заняться вот чем-то необычным, да, открыть для себя новые места, новые увлечения или даже там поменять привычный образ жизни. И вот этот период, он будет наполнен активностью и легким азартом, когда вот все кажется возможным, да, а мир полон возможностей. И он, скорее всего, проявит вот инициативу, да, начнет предлагать разные идеи, там, например, спонтанные поездки, да, там, новые какие-то проекты или просто там неожиданные решения, которые вот внесут разнообразие в вашу жизнь. Ты почувствуешь вот этот его энтузиазм, да, он зарядит тебя, и, соответственно, вы вместе начнете двигаться в одном ритме. И, знаешь, вот жезлов — это не про долгие размышления, это вот о действии здесь и сейчас. Ты будешь удивляться, насколько активно все начнет развиваться. И это время, оно будет, вот когда ваши чувства, они будут на пике. И вы начнете вот наслаждаться тем, вот, как легко и весело вам, да? Разговоры будут наполнены, как говорится, смехом, а каждая встреча — новыми открытиями.
И по этой карте тебе будет казаться, что вы находитесь на одной волне, которая вот не останавливается. И вот это чувство, оно подарит вот вам обоим массу приятных моментов. По рыцарю жезлов. Ну, он говорит, что вот после первого всплеска эмоций, да, вдохновения, ваши отношения начнут развиваться с еще большей скоростью. Рыцарь жезлов — это вот от стремления двигаться вперед, да, там про страсть, про решимость, и он не будет ждать или там сомневаться. Он захочет брать отношения в свои руки и, соответственно, действовать. То есть рыцарь жезлов — это рыцарь огня. И ты заметишь, вот как он становится более решительным, да, более смелым в своих поступках. Если там раньше он где-то там колебался, размышлял, то теперь все станет ясно. Он готов идти до конца, да, не боясь там рисков, перемен и прочего. И он захочет быстро действовать, энергично. И это может касаться, конечно же, серьезных шагов в отношениях. То есть он предложит тебе там съехаться, да, возможно, или там начать обсуждать более серьезные планы на будущее. Ну или даже про там совместное ЗАГС забыл. В ЗАГСе что у нас делают? Женить, замуж позовет. Представляете, замуж позовет, слово забыл. Ну ладно, бывает. То есть он будет серьезно задумываться и моментально по огню. То есть в его глазах будет гореть огонь. И он, соответственно, постарается увлечь тебя вот этой своей энергией. Но вместе с этим, да, рыцарь жезлов, он может быть немного непредсказуем. Его порывы, они будут импульсивными, и иногда тебе будет казаться, что он прям чрезмерно спешит. И это не значит, что его чувства, они неискренни, да, просто он привык действовать, а не ждать. И ты должна быть готова к тому, что вот его вот этот энтузиазм, он тебя захлестнет. Но это только усилит страсть вот в ваших отношениях. И этот период, он будет насыщен эмоциями, да, движением вперед. Вы будете словно лететь вот на одном дыхании, наслаждаясь каждым моментом, да, и строя планы на будущее. И рыцарь Пентакли, это, знаешь, вот, когда буря эмоций немного утихнет, в ваши отношения придет стабильность. Рыцарь Пентакли — это про надежность, да, про ответственность. Хоть и написано «порабощение», да, но это значит на нем вот эта ответственность, да, надежность, умение выстраивать что-то вот на долгосрочную перспективу, значит, будет на нем, значит, он будет порабощать тебя, так скажем, да. И вот после периода вот этих ярких страстей, да, там, спонтанных решений, вы оба научитесь там задумываться о том, как сделать вот ваши отношения прочными и долговечными. Он станет более спокойным, но это спокойствие не будет признаком охлаждения, наоборот, это будет признаком того, что он серьезно настроен и вот готов вкладываться в ваши отношения. И рыцарь Пентакли, да, это про упорный его труд и готовность вот строить что-то долгое и значимое. Понимаешь? И если тут написано «порабощение», значит, это он будет прям от тебя добиваться, так скажем, да, в постройке что-то долговечного. Он начнет вот уделять больше внимания деталям, да, заботе о тебе, чрезмерной, возможно. Я не знаю, почему тут порабощение написано, но значит о чрезмерной заботе о тебе, да, планирование вашего будущего. Все это будет на нем. Может, он даже предложит там вот вместе купить жилье. Он начнет копить на что-то важное. Там он начнет заниматься каким-то проектом, который вот будет важен для вас обоих. Ну, я отталкиваюсь, почему он, а не вы, потому что карта «Порабощи меня». Я не люблю карты с надписями, и поэтому я подстраиваюсь под эти надписи. И поэтому я говорю «он», то есть он будет поработитель такой.
И он покажет, вот, что готов брать на себя ответственность за вашу совместную жизнь, да, за то, чтобы ты покушала вовремя, чтобы ты шапку одела и так далее. И это даст тебе чувство уверенности в нем, да, защищенности. Он тебя будет защищать. И поработит, в общем, тебя, и все. И этот период, он будет спокойнее. Но этот период, он принесет вот ощущение стабильности и прочности. И ты, соответственно, начнешь замечать, вот, как ваши отношения, да, они становятся крепче. Как вы оба учитесь работать над ними вместе. Он тебя будет учить, раз у нас порабощение тут. И, соответственно, будут такие моменты, когда вам придется принимать решения, которые будут требовать терпения от тебя. Но рыцарь Пентаклей, он всегда доводит дело до конца, и он тебя поработит. Тебе понравится этот этап, потому что ты будешь видеть вот то, что он готов к чему-то большему, да? Что он хочет сделать так, чтобы вы оба чувствовали себя комфортно и уверенно, ну, уверены в вашем будущем. В итоге у вас двоих очень прекрасный, да, насыщенный путь. Пожезлов принесет вам ваши отношения новизну, да, интерес. Рыцарь жезлов – страсть, вот это стремление действовать. А рыцарь пентаклей – стабильность, надежность и твое порабощение. Да? И ваши отношения, они пройдут вот через несколько разных этапов, и каждый из которых он важен и по-своему особенный. Сначала будете наслаждаться легкостью, весельем, потом бурным развитием, да, там решительными шагами. Ну, в конце стабильность, уверенность, шапку одень, ты покушала, сейчас по жопе дам, если шапку не оденешь. И вот этот каждый этап, он укрепит вашу связь и покажет, насколько сильно вы важны друг для друга. Ты увидишь вот сама, как вот ваши отношения, они будут развиваться там естественным образом, да. Страсть, потом решение, потом спокойствие, уверенность, и ты поработила, и сдалась, и колечко на пальчик. Вот такой был расклад. Обязательно подписывайся на канал, обязательно оставь комментарий, они мне важны. Только любящие дедушку оставляют комментарий, и мне это приятно. И обязательно заходите на Boosty, заходите в магический чат, заходите в интересные закрытые расклады, он на уровне эзотерической библиотеки. Если ты на YouTube, у тебя спонсорство доступно, то это на первом-втором уровне уже доступно. Поэтому обязательно заходите. Всех вас жду, ваш дед.